Привет. Добро пожаловать в X-машину Меридиан 113, аддон к основной сюжетной линии X-машины. Как и обещал, мы будем ее проходить и уже после этого сделаем, так сказать, небольшой перерыв от X-машины после Меридиана 113 и займемся немножко другой игрой. И попутно, возможно, я буду потихонечку проходить, опять же, ту же основную сюжетку X-машины, но я накатил туда мод Community Remaster и также Improved Storyline. Там добавлены некоторые вырезанные локации и что-то там еще, я точно не помню. Ну, в общем, поехали, начнем. Одиночная игра, автолюбитель, чайник, автолюбитель, крутой водила, ас. Поедем на автолюбителе, чтобы особо не убиваться. Поехали. Смотри-ка, уже на мелкой машинке будем кататься. Не вижу ни одной таблички с надписью «До Эдмонтона 10 километров». Ну что ж, будем искать. Офигеть. Я пытался выкрутить графло, короче, на максимум, все на полный максимум, что дают настройки игры, но из-за этого игра перестает запускаться просто, и пришлось немножечко там вместо анизотропной, там, по-моему, с фильтрацией какая-то проблема, поэтому, ну, как игра запустилась, так и будем в нее играть. Блин, слушай, прикольно. Поэтому... А это еще что за псих? Не стой, поехали. Тихо. Еще один вечер. Так. А, я же забыл управление. Мне ж надо добавить вот это. Что, простите? Смена команды, сетевая игра? Иди отсюда. Так, снаряжение применить. Спасибо. 210 баксов. О, неплохо. Денежков пофармили. А, и все, да? Ну, ладненько. Машина бибикать, кстати, не умеет, походу. Но музычка тут прям бомжевственная, я так скажу. Так, города, деревни. Это мы знаем, это нам не надо. Так, починиться. Денежек у нас 245. Табак. Курить плохо. Так, шипы у нас. Можно воткнуть дымовуху, можно... А чё я смотрю, у меня денег нет. Управляемость 3... Чё так мало? В X-машине, в основной сюжетке, то больше. Ладно. Огнемет. Прикольно. Так. Бармен Пак. Приветствую тебя, бродяга. Меня интересуют различные древние ценности, сокрытые в здешних краях. У меня как раз кое-какая информация по этому поводу. Сам я приключений не ищу, мне в городе дел хватает. К тому же у меня на машине и кладоискатель не установлен. Но думаю, тебе стоит изучить одно место в округе. Я отмечу его на карте, если ты, конечно, берешься за дело. Да, давай. А у меня кладоискатель нет. Вождь Янки. Луч солнца озаряет мое лицо. Вот уж много лет я не слышал пения птиц. Что привело тебя к нам незнакомец? Привет, вождь, скажи, ты не слышал ничего о городе Эдмонтон? Умная птица не ищет счастья в чужих землях. Я не слышал о городе, про который ты говоришь. А не подскажешь, кто бы мог знать что-нибудь про этот город? Про карту я уже и не спрашиваю. Не всякая карта ведет к заданной цели. Тут неподалеку живет человек по прозвищу Умник. Он, по слухам, здорово в картах разбирается, но тоже... Никому ничего про них не говорит. Что за умник? Где мне его найти? В знаниях предков скрыта огромная сила. Он живет неподалеку в заброшенном доме. По-настоящему его зовут Джек Новал. Спасибо, приятель. Авантюрист Нодин. Приветствую тебя, путник. Я вижу, ты довольно силен и находчив. Не мог бы ты помочь мне с раскопками? Расскажи поподробней. В здешних землях зарыто много древних сокровищ. Одно из них — запретные книги. Если тебе повезет и ты сможешь их найти, я щедро тебя вознагражу. Не вижу здесь ничего сложного. Этот клад уже лет 100 ищут, а про то, что он зарыт где-то неподалеку от
переплетения труб, тебе любой местный житель расскажет. Эти трубы уже все на 100 раз обнюхали, без всякого толку. Посмотрим, может быть, мне повезет больше. Замечательно. Кстати, большое яблоко, кстати. Ага, аэрография, это значит... Тут харизму можно прокачивать, да? И тут еще какая-то цветовая палитра, типа, да? Прикольно, можно черненькую забабахать. Типа минус к харизме. А что харизма дает? Ладно. Потом разберемся уже, надеюсь. Так, хорошо. Давай сначала на фиолетовый маячок попадем. Кстати, а чего у меня тут вообще? Так, отыскать старинные малые яблоко. Ага, отыскать древние книги, изучить местность. Хорошо. Вещи в багажнике. Бейсбольная бита. Бейсбольная бита, старая деревянная палка. Непонятного предназначения. Талисман и главный аргумент в жарком разговоре. Туристический проспект. Эдмонтон – чудесный город, расположенный на юге Канады. Живописные окрестности делают его настоящим раем для туристов. Вместе с тем, Эдмонтон – столица штата крупный город с высоким уровнем жизни и неисчерпаемыми возможностями для энергичных людей. Большинство туристов приезжает сюда на своих автомобилях, пользуясь уникально низкими ценами на бензин в этой части американского континента. Услугам гостей города многочисленные мотели и кемпинги, отвечающие всем требованиям комфорта и удобств. Хорошо. Так, ладно, давай сначала посмотрим, что это у нас здесь за заданька такая. Дополнительная. И... Опять управление, блин. Так, ручной тормоз кей. Ручной тормоз. Все. Опа-на. Не, ну музыка, да, зачетная, как и писали. Откуда вы только берете? Вот и мне вот тоже интересно, откуда они только берутся. Ух ты, их уже двое. Оп, минус. Оп, доллары нам пригодятся. Слушай, неплохо, здесь денежки падают из чувачков. Винцо и доллары. Неплохо. Так, ладно, поехали уже к этому. К нашему месье-картежнику. И я хочу... Вот это взять. Да, оно будет вот этим. Здорово. Ты и есть тип по прозвищу Умник? Так меня называют. Кто ты и что тебе надо? Меня зовут Бродяга. Мне сказали, что ты специалист по всяким там древним картам и прочим астрономиям. Мне надо узнать, как добраться до города Эдмонтона. Никогда не слышал о таком. Эй, да ладно, брось. Ты же суперспец по картам, лопни твой бензобак. Ты просто обязан знать про Эдмонтон. Что вы себе позволяете, уважаемый? Никому я ничего не обязан. Я действительно разбираюсь в картах, но не в географии, а в играх. Я крупный специалист по истории карточных азартных типов. Значит так, зануда. Я не знаю, о чем ты говоришь, но имей в виду, мне нет дела до твоих игр. Так что или ты расскажешь мне, где находится Эдмонтон, или придется познакомить тебя с моей битой. Понял? Понял. Зачем нервничать? Хотя я действительно не знаю, где находится город Эдмонтон, могу дать совет. Нужные тебе карты наверняка есть в здании, называемом библиотекой. Оно находится в паре сотен метров. Клянусь глушителем. Уж больно легко ты сдался.
Тебя ведь не зря прозвали умником. А теперь говори, о чем ты забыл меня предупредить? Ну что, не забыл, а просто не успел. Дело в том, что библиотека является собственностью Сэма и охраняется его бойцами. Что еще за Сэм? Местная большая шишка? Если опустить несущественные детали, то вы прав. Ладно, будем иметь в виду этого Сэма. Замечательно. Итак, цель есть, цель задана, но, блин, какой же наш ГГ этот самый такой, типа, крутой из себя, так, дай-ка. Что? Знаешь, что я забыл еще сделать? Я забыл быстрое сохранение поставить на F5, а быструю загрузку на F9. Применить. Во, другое дело. Земли Сэма, быстрое сохранение. Так. Прав был умник сверлить его карбюратор. Как ее, библиотека действительно неплохо охраняется. Но ничего, не в такие места пролезали. Ну, в принципе, у нас машинка мелкая, поэтому, ну, типа, да. Согласен, и не в такие места пролезали. Кстати, ну-ка карту открой. О, ты смотри, по-моему, даже есть малая доля вероятности, что получится выполнить еще и фиолетовый квестик. Хотя, судя по тому, что я в... Что? А, видимо, мне надо как-то проехать к библиотеке. Судя по тому, что мне сказал тот господин, мне нужен металлодетектор, и только с металлодетектором сюда можно при... Чё? Зобчасти. Так, вы можете использовать этот товар для восстановления значения брони вашей машины на 300, но не более максимума. Зажмите Ctrl и щелкните левой кнопкой мыши на данном товаре. Ну-ка. Нормально, подзаправился. Слушай, а прикольно, тут металлоломом, походу, можно чиниться, если чё. И судя по всему... Подожди. Да, короче, смотри, металлолом и запчасти здесь служат как ремонт. И, судя по всему, горючее, ну, уже понятное дело, как горючее. Слушай, неплохо. Хотя 25 литров бензы в моей машинке, я что-то думаю, как-то... что-то как-то мало... О! Визит Эдмонтон. Так, подожди, а куда мне, кстати, ехать-то тут надо? И откуда вы только беретесь? Кто? Где? А, мне, наверное, сюда надо, да? Типа в трубу. Ну хорошо, давай по трубе покатаемся. Да у нас компания. Да у меня компания, ну и ладно. Так что здесь металлолом и запчасти не надо спешить, судя по всему. Продавать. А это что за труба? Не сюда? Да ты пьяный. Вот $200. Неплохо. Слушай, но если с них будут падать доллары, так это прикольно. Почему? Блин, жалко то, что это только в Адоне сделали, то, что с чуваков падают доллары. Жалко, что в основной сюжетке доллары не падают. Это что такое? Это что, мины? Реально мина. Прикинь. Жестко. Ладно. Так, надо внимательно смотреть под колеса. Думал, скажу под ноги. Не тут-то было. Внимательно надо зырить под колеса, чтобы не нарваться на эту мину замечательную. Так, давай. О, а! Ну, тут, да. Хорошо. Мы, кстати, почти приехали. Давай, 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 машина, тяни, тяни, тяни. Давай, тяни. Блин, у меня 20 литров уже осталось. Блин. О, приехали. Жесть. Так, я надеюсь, эти ребята без претензий. БРКРТ. Опа. Ага. Понятно.
входит Эдмонтон, это где-то по ту сторону Великой реки, в землях Ле Канады. А как прикажете перебираться через реку? Да. Ага. Один мост я вижу. Если это, конечно, обозначает мост. Надеюсь, он не развалится от старости. Потому что других мостов, ведущих на противоположный берег Великой реки, я на этой карте не вижу. Надо попробовать, знаешь, что сделать, Петя? Настройки, звук, громкость речи! А зачем я ее уменьшил? Давай громкость речи просто выкрутим на побольше и все. Так, я надеюсь, вы, ребята, без претензий, БРК, РТ. Дай-ка мне F5. Ну слушай, вроде как без претензий, уехал и нормально. Черт! Блин. Похоже, это ловушка! Парень, ты больной на голову? Или ты всерьез воображаешь, что можешь безнаказанно обворовывать меня? Причем дважды. Я что-то и одного раза не припомню. Где уж тут дважды? Ты влез в библиотеку, которая принадлежит мне. И ты посмел наезжать на умника. А умник тоже моя собственность. Сверлить мой карбюратор. Что-то я не видел надписи «Собственность Сэма». Ни на умнике, ни на библиотеке. На взведенной мине тоже ничего не написано. А стоит на нее встать и бах! Считай меня миной, на которую ты нарвался. Надо бы тебя пристрелить, но ты не стоишь потраченных на тебя пуль. Да ты что? Пожалуй, лучше всего выставить тебя на гладиаторские бои, чтобы заработать денег на тотализаторе. А ты уверен, что я буду драться? Не хочешь? Не дерись. Можно будет делать ставки на то, какое место твоей машине отстрелят в первую. Какой ты красавчик. А если победа останется за мной? Тогда дам тебе сутки, за которые тебе будет позволено убраться с моей территории. Отлично. Я буду драться. И послушай совета. Поставь свои деньги на меня. Не пожалеешь. Вот наглец. Ну давай. Так, гладиатор БРКРТ. Чё мне с тобой делать? Так, ну, судя по всему, надо Тороном его. Понятно. Оп! У него, по-моему, кстати, это, Торон-то покруче будет. Мы ж на венах, да? О, хорошо пошло, смотри, хорошо, я его уже... Подожди, а тут же... Отлично! Нифига себе. Послушай, приятель, я был неправ. Мне редко доводилось видеть таких умелых бойцов. Ты прирожденный водитель. Как ты смотришь на то, чтобы войти в мою команду? На кой мне это надо? Послушай меня. Ты, видимо, решил, что тебе предлагают поработать бойцом в рядовой банде. Если так, то ты ошибаешься. Оглядись. Я единственный владелец всех этих земель. Смекаешь? Хорошо. О, раз ты местный хозяин, ты, наверное, знаешь, где находится мост через Великую реку. Знаю. Но даже и не думай соваться к нему. За мостом находятся земли Ле Канады. Когда-нибудь я доберусь до их богатств. Но до того момента никому не будет позволено опередить. Любой, приблизившийся к мосту, будет убит на месте. И всякий, кто попробует меня обхитрить, получит пулю в бензобак, понятно? Имей в виду, мост хорошо охраняется моими парнями. Все понятно. Я ведь просто так спросил, чего мне делать в этой Ле Канаде? А что касается предложения вступить в твою команду, то я согласен. Ну что ж, отлично. Поверь, ты не ошибся с выбором. Спасибо.
Спасибо! Мы выполнили задание. Так, а мне... Ой, простите, у вас тут вышка, по-моему, лишняя оказалась. Нифига себе, статуя свободы. Так. Большая голова. Хорошо, так, заправиться или что там, заремонтироваться. Так, 500, 200, 104. Хорошо. Что есть здесь? Че, ух ты. Продвинутый блиц, отличный блиц, продвинутый винт. А, он вообще без багажника, да, получается? Блин. А че по машинкам есть? Есть скаут, на котором мы сейчас катаемся, правильно? Правильно. Есть вен. Но на самом деле, что в скаута, что в вена, вроде как влезают по 4 груза. Шило на мыло менять не вижу, но моя тачка побыстрее. Бармен Абрахам. Приветствую тебя, бродяга. Что нового? В целом ничего, уже который день все довольно тихо и спокойно. Понятно. Игрок Алекс. Хочешь сыграть в карточную игру на деньги? Я не хочу. Так, ладно. У нас какое-то есть задание. И поедем мы на него. Правильно? Правильно. Только что-то я это... По-моему, я прослушал, что там за задание было. Ну, хорошо. В принципе, без проблем. Ну вот, снова боеприпасы тратит. Еще боеприпасы он тратит, смотри-ка на них. Не, ну... Да... Это надолго. Ой. Блин, патроны, прикинь, кончились. Так, этот ликвидирован. Бандит. И затаранил. Винчик дали. И все, винчик. Ну такое. Ну ладно. Спасибо и на том. Спасибо, что хотя бы хоть что-то дали. Так. А вот у меня есть маленький нюанс. А как мне попасть в Фу! Короче. Как мне попасть он туда? Я тут проеду хоть? Да, ты смотри. Вообще без проблем. Заметь. Красота. Ну-ка. Слушай, вообще замечательно. Прекрасно. Тут, наверное, невидимых стен просто поменьше, чем в экс-машине, в обычной, не меридиане. Это хорошо. Тут можно прыгнуть вон, например. Так, мне нужен коннект. Какое сложное название этого ссаного города. Так, ну-ка давай попробуем. Коннектск. Фу, прям вы говоришь. Ну ладно. Так, вот вам винишко. По машинкам есть что-нибудь? Скаут вен, ну, пофигу. Бармен Брюс. Приветствую тебя, бродяга. Говорят, у вас здесь можно найти работу. Мы тут собрали кое-какую посылочку в селение Большая Голова. Да, давай доставим. Грубиян Сидж. GTA Vice City, походу. Ой, Vice City, говорю. GTA. И чего у вас, ребята, не выйдет? Даже и не думайте. У кого это у нас? Мне вот тоже интересно. У вас с Сэмом, понял? Понял, не понял. Рать-то чего, ядрен бензин? Да потому что с такими, как ты, только так и можно говорить. А ну, уматывай отсюда. По-моему, ты немного не в себе. А я на больных не обижаюсь. Так что мне передать Сэму? Передай ему, чтобы забил себе картофельную выхлопную трубу. Как скажешь. Без проблем. Посетитель Билли Боб. Знакомый. Здорово, братан, есть дело. Слушай, надо доставить посылку Сэму быстрее наших конкурентов. Но имей в виду, премия полагается только за первое место. Нет проблем, давай посылку. Ну, что он тебе сказал? Я, конечно, могу ошибаться, но, по-моему, ответ был отрицателен. Вот проклятие. Слушай, тогда у меня к тебе другое задание. Необходимо срочно уничтожить один автомобиль. Да я на своем веку уничтожил кучу автомобилей. В чем проблема? Есть одна сложность. На этом автомобиле мой бывший друг перевозит контрабанду. Мне бы не хотелось его убивать. Память о прошлой дружбе. Но контрабанде надо положить конец. Если ты расстреляешь автомобиль в то время, как его владелец будет дома, то мы одновременно и контрабанду прекратим. И мой друг не пострадает. Ну как? Берешься? Будет сделано в лучшем виде. Так, это чё?
Слушай, а тут ребятишки, судя по всему, кстати, нельзя таран игнорировать в этой части. Так, я там набрал вина и табака. Короче, мне надо сначала, судя по... Вы провалили задание. Ну, бывает что. Блин, что-то я не туда поехал. Ладно, пофигу. Не, ну правильно, там, короче, посылку, большое яблоко, то что... Или куда-то там большую голову надо было доставить быстрее конкурентов. Ну простите, не мог, у меня была кат-сцена, а скипать ее, ну как-то, ну не хотелось. Ну, судя по всему, мне... Так, подожди, давай посмотрим. Так, о, большая... Подожди, где у меня задание? Задание где-то здесь. Древние книги, доставить посылку... Воу. Мне нужна карта. Да, мне практически по пути, поехали. Сейчас заглянем в большую голову, доставим посылку. И уже поедем. Поедем мы к нашим барашам. Нифига себе. Вот это поворот наоборот. Как хорошо, что я вовремя заметил и не полетел. Так, фары можно мне? Спасибо. Давайте поедем на фарах. Там что-то было, но... Я это успешно заигнорировал, поэтому ладно. Блин, если кто-нибудь знает, что здесь, за что здесь влияет харизма, это напишите, пожалуйста. Может быть, что-то как-то игрок Алекс, я не игрок. На это я вам должен доставить посылку. Все на месте? Типа да. О, неплохо, смотри, деньжат подняли. Очень важно узнать, за что здесь отвечает это харизма. У нас денег уже 3700. О, задание выполнено. Доставить посылку. Хорошо. Так. Вещи в багажнике. Пока что у меня металлоискателя нет. А где металлоискатель, кстати, взять? Кто знает? Это кто? А, это ИП. Искатель приключений. Очень уж интересно покататься с этим металлоискателем. Поискать всякие ништякосы. Обязательно тоже об этом в комментах пишите, чтобы я мог понять. Угу. Еще не забываем ставить лайки и подписываться. Угу. Спасибо. Итак, нам тут почти уже доехать. Ну и судя по всему... Это что у нас за город? Пенсильванск. Есть что по автомобилям? Вен. Боец. Так, мне надо 6500. Экстренно. Тупо из-за багажник. А, подожди, я забыл посмотреть рынок. Так. Слабый автостоп. Глушит мотор врага. А нафига? Магнитный ускоритель. Улучшение оружия, стрельбы, огнестрел. Понятно. Так, ну... Я, опять же, думаю, пойду так же, как и в основной сюжетке кек-машины. Ну вот, снова боеприпасы тратить. Да ты чё? Я, скорее всего, опять на энергооружие. Ух ты, я хочу твой ствол. Отдай мне твой ствол. Запчасти. Засунь себе свои запчасти в запчасти, пожалуйста, а мне отдай свой пулемет, блин. Как он там, ПКТ. Ладно, чё. Я сейчас пока деньги особо тратить не буду. Не понял. Денежки тратить особо не буду. И хочу накопить на бойца. Офигеть, как же дот. Ну-ка, может по бочке долбануть? Не. Да блин, хорош. Хорош. Все, не беси. Да блин, еще один. Да ну нафиг. Не, я, короче, его проскипаю. Ой, стрельни себе в лицо, пожалуйста, дот. Спасибо. Я пока поехал к этому самому. К старому другу Сэма. Почему бы, собственно, и нет? Можно я его просто отсюда вот так вот расстреляю? Блин, как же ХП медленно утекает. Мне, кстати, я вот смотрю на иконку справа, оружки. Мне почему-то
вот этот, и вот даже вот так вот сверху, если посмотреть, почему-то напоминает это, знаешь что, не оружие, а леденец какой-то. Очень похоже, вот если вот особенно на иконке на той перевернуть вверх, но вверх тормашками, то очень будет, кстати, похоже. А тем временем, кстати, мы приехали. Кто ты такой? Что тебе тут надо? Шоколада. Я пришел сделать тебе небольшое внушение насчет перевозки контрабанды. Сдурел? Какой еще контрабанды? Я не занимаюсь никакой контрабандой. Вот всем так и говори. Тем более, что после того, как я закончу, это будет абсолютная правда. Так, поехали, скаут. Ух ты. Есть! Прикольно. На кое-каком месте шерсть? В яблочко. Критическое попадание? Чё? Прикольно. Да умирай уже, все, хорош. Клиент готов. Ну как успехи? Все в полном порядке. Твой друг завязал с контрабандой. Раз и навсегда. Отлично. А теперь у меня к тебе серьезное предложение. А до этого были шуточны? Нет, но и не такие серьезные, как это. Ежегодно мы организуем гонки. Куча участников и куча болельщиков. На победителя ставят очень большие деньги. В этот раз я решил принять участие в ставках. Понятно. На мне охрана наиболее вероятного победителя, верно? Помнишь парня, которому ты отвозил письмо? Он именно тот, на кого я хотел поставить. Но он, как ты помнишь, отказался. Замечательно. Было такое, лопни его по крышке. Потом ты по моей просьбе подстрелил машину главного претендента на победу. Теперь никто не знает, на кого ставить. Я предлагаю тебе принять участие в гонке и стать той темной лошадкой, да без проблем, которая сорвет куш. Заманчивое предложение. Не могу отказаться. Ну давай всех победил, КМ, чё. Чё, вот так сразу? Лут мой! Верните... Все, поехали. Слушай, а прикольная машинка, я бы. А, это же, смотри, это же тот самый трактор, который я расстреливал в Ахате, это в основной сюжетке, прикольно. Я, кстати, по-моему, первым стал, да? О, фары есть даже. Вы на первом месте из четырех. Замечательно, прекрасно. А как же тут может быть по-другому, а? Я даже не знаю. Ну да ладно. Давай, короче, я закончу гонку и уже продолжим. Ну, после гонки. Ну что ж, я рад, что не ошибся в тебе. Это было не так уж сложно. Вот твоя доля выигрыша. У меня все честно. У меня есть поручение как раз для такого крутого гонщика, как ты. Тут кое-кто решил наплевать на мои порядки. Превысили скорость? Что-то в этом. Давай ближе к делу, Сэм. Что у тебя за привычка ходить вокруг да около? Какие-то идиоты мотаются по моим землям без моего разрешения. Стрельбу устраиваю, фермеров пугаю. Поймай этих мерзавцев и проучи. Ну... Гонка прошла без сучка и задоринки. К сожалению, меня от моего лута увезли. Мичикар. Продадим Мичикар. 5100. 4800. Молоковоз. Молоковозе еще, кстати, больше места, чем... Бойца, подожди, так, объем кузова 36. Ну, на два слотика. Ну, блин. 6500. 500, 200, 550, 150. Да, наверное, на бойце все-таки продолжим, но продолжать мы уже будем, естественно, в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.